Итак, я начинаю свой репортаж вот с этой дороги, где сейчас, видите, утро, сейчас рассвет, видите, солнышко встает, вот это фривей. И вот по этой дороге я приехал, значит, чтобы вы не сомневались, в сторону аэропорта. Видите? С правой стороны вот это вот написано, что это Кона International Airport. И вот эта дорога сама ведет в аэропорт. Вон там внизу уже аэропорт. А вот с левой стороны то же самое. Вам говорит о том, что все-таки Дон Пабло прибыл сюда не просто так, а приехал на своем новом байке. Видите, я занимаюсь спортом, и вот это мой байк, на котором я доехал до этого места, до этой дороги, где уже подъезжаешь к аэропорту. Вот, смотрите. Для тех, кто будет проезжать вот это место, да, обязательно он повернет с этого фривея в сторону аэропорта. Вы вспомните, что Дон Пабло проводил здесь курс реабилитации, что был заброшен на этот остров, чтобы восстановить и поправить свое здоровье, так? Смотрите, какие красоты. Вот так я встречал здесь рассветы и встречаю. И вот в этом месте вот. А если вы сюда поедете, видите, у вас знак, пожалуйста. Если поедете направо, попадете в город Кону, а если налево, то попадете в резорт, значит, который я уже показывал вам. Вот, и еще там есть гора молитв, куда ездит молодежь, и там пляж, и там они молятся, значит. Так что вот так вот, дорогие мои. А если поедете налево, попадете в резорт Хилтон. Там очень красиво, я показывал вам. А прямо вот это и есть аэропорт. И обязательно вспомните, что здесь был Дон Пабло. Ездил по этой дороге и проходил курс реабилитации. А с вами, конечно, как всегда, был корреспондент ваш или журналист Дон Пабло.